все-таки прежде чем начать, я решил все-таки вначале создать цивилизацию. Тут у меня, в принципе, уже есть цивилизация. И даже очень вроде бы неплохие. Тут в основном рассчитано, конечно, на кавалерию, корабли и осадные оружия. Ну, я собираюсь новую создать. Значит, первое дело, конечно, мне понадобятся ресурсы. В принципе, я буду делать упор на стрелков, как я уже говорил ранее, которые, например, снайпера, которые далеко стреляют, они стоят, по-моему, железа. Хотя камень тоже очень важен, потому что я буду строить много обороны. Но эти все ресурсы безлимитные практически, а вот лесорубы, конечно, это хорошо. Как, в принципе, фермерство, это тоже безлимитные такие. Возьму лесорубов. Здания, стены и башни. Мне для башен желательно, конечно, радиус и атака, чтобы быстрее сносить вражеские корабли, потому что это будет моя первая, как бы, защита от компьютера вражеского. Религию не буду. Вот пушки и противотанковые орудия. Конечно, возьму радиус. Потом посмотрю, может, еще что-то добавлю. Пехота, рейнджирование, это как раз стрелки. Радиус возьму. Осадные оружия, мобильные ПВО. Ну, как я понял, это и есть пушки. Или нет? Роботы. Ладно, на всякий случай потом. Фрегаты. Все остальные, в принципе, лодки я не буду. Тоже хочу радиус, чтобы доставать до вражеских этих пушек. Вернее, башен. Роботы. Кавалерия. Ну, я обычно люблю играть кавалерией стрелками. Они достаточно сильные против, ну, против против всех типов боевых единиц, включая пушки, пехоту, стрелков. Они, в принципе, одинаково всех хорошо убивают. Ну, единственное, что с чем у них проблема, это со зданиями. Ну, в пати с пушками они очень эффективны, но в данный момент я не буду их использовать, потому что, вернее, использовать я их буду, но улучшать не буду. Да, я так и знал, что все-таки то было вот это, взять ему радиус. Радиус, кстати, можно радиус поражения, тоже неплохой параметр. Так. Наверное, выучу ХП. Экономикой буду заниматься как-нибудь. Пускай сложнее, но зато будет все-таки полевые пушки. Атаку, 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 14 очков осталось. Наверное, кавалерию. Ну, одно очко я уже никуда не вставлю, наверное. Рыбальские, гражданские. О, ну пускай гражданские будет, побить неплохо. В общем, как-то так сделал, это не самый лучший вариант, но пускай так и будет. Сохраню его, назову его как-нибудь 1
1-1-1. Вот, а теперь, в принципе, можно и начинать карту. Ну, тут я уже ничего менять не буду, сделаю как должно быть. И начну уже игру тогда.